Здорово, это у микрофона Денис. Сегодня мы будем продолжать играть в игру «Изумрудный магнат». Так. Я не помню, что... Мы остановились в прошлой серии. Ну, посмотреть прошлую серию, когда не видим. О, мы можем. Мы можем. Мы не хотим. Тут мы можем отправиться на новую локацию или пойти... прокачаться до конца, чтобы получить еще одну ачивку. Но я хочу просто получить ачивку и пройти до конца. Поэтому давайте раз. А, нет! Я могу получить и шоколадки вот эти. И пойти еще купить новую локацию. Покупаю. Да, все, я купил новую локацию. Пельмени. Пошел тратить шоколадки. Ура, шоколадки, шоколадки, шоколадки. Шоколадки, шоколадки. Бежим. Тут, мне кажется, в этой серии мы тоже найдем еще ящики. Наверное. Ну что? Уже находили много ящиков. Во, сюда. Теперь тут продаются печеньки. За 5к! Окей. Теперь бежим туда. Осталось только лассо и камень. Нормальный камень. Интересно, сколько я буду получать на арене там. Просто там мы получили очень много денег. В пустыне мы не так уж и много. Там средненько. А здесь вообще очень. За одну победу... За всю победу до всех монстров дается 3к. Прошлый путь даже к не доходил. А, тут не пещера. Погодите-ка. Значит, кажется, что это сундук. Если пройти очень далеко. Нет, тут золото. Погодите, сколько я получаю за одно добытое золото? А, это нельзя. Не только это можно. Моя кирка не может добыть золото. Нужна золотая. Блин. Да, алмазы нужны. Блин, погнали тогда за алмазной киркой. Я нашел уже, скорее всего, один сундук. Блин, ну... Скоро мы пройдем уже эту игру. Я очень... Посмотрите прошлую серию про изумрудного магната. Так, бежим. Так. Погнали за алмазными инструментами. Алмазные! А уж он зрит выбрут! Вау! Бэбэр? Нет, мне не нужен. Я тут буду зарабатывать секунды очень много. А за минуту получается карты 50. Очень много. Очень. Все, теперь мы готов вообще где угодно выиграть. И могу выиграть. Блин, я тоже хочу по деревьям лазить. Биться в жух. Еще посмотрим, как мы это золото будем. Оба. 104! Где, то есть, если я сейчас добуду все 5? Ря. Сейчас соберем. Бум. Видите, я вообще хочу вот здесь посмотреть. Тут может быть сундук, а нет. В таких ямах может быть сундуки появляться. Иди. Вот, тут получит хорс. Должны быть, если тут такое лосо. По идее. А еще кран. Мне что-то кажется все-таки то, что там будет это. Мне кажется, все-таки там будет. Так. Стоп. Так. И блин.
Чё такого? За водопад мы просто спрятали бы. Было вообще зашибись. Так. Так. Ай!